Знаете, вот я когда, собственно, готовился к встрече, я почему-то вспомнил Иосифа Давыдовича Кобзона. Совершенно неожиданно. Вот Кобзон там совершенно это не моя музыка, никогда не была моей, но я очень-очень уважаю Иосифа Давыдовича. И вот главным образом потому, что он на заре своей карьеры, когда ему придумали такой политкорректный псевдоним, то ли Златов, то ли Солнцев там какой-то, он сказал, что вот он родился Кобзоном, и вот он будет вот Иосифом Кобзоном на сцене или не будет на сцене вообще. А вам никогда не приходило в голову взять псевдоним сценический? Вы же рано поняли, что вы человек сцены. Да, я думал об этом, конечно. Да. Думал, но... Ну, как-то не додумал. Ага. Вот. А потом как-то все изменилось, и теперь меня очень часто спрашивают, а это... А, даже это... вот редакторы на телевидении, на радио... А как ваше настоящее имя нам для паспортных данных? Я говорю, Марк Тишман. Да вы что? Это же звучит, на самом деле, Марк Тишман очень так сценически. Да. А у вас старший брат Михаил, да? И он медик, по-моему. Да, у меня вообще много врачей и в окружении, и в семье. У меня мама врач и старший брат врач. А как вообще ваши родители оказались в Махачкале? Вообще, вся моя семья родом... ну, мне вообще понятно, что из разных мест, но в основном из Украины, из города Черновцы. А мама вообще из деревни, из поселка Вашковцы. Это западная, да? Это западная Украина, да. Вот бабушка из Бессарабии, то есть там, где Румыния теперь. И после войны дедушка был строителем, его послали строить в Махачкалу. Вот так семья и оказалась в этом южном городе. А на Украине бываете? В детстве ездил. Сейчас там уже никого не осталось у нас. Нет, я в смысле, не гастролируете? Бывал, да. До последнего времени. Ну, до последнего времени. Да, последнее время это какая-то вообще совершенно непонятная история. И она очень огорчительна. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».